Дай мне ассиста. Да. Шипа. А с гильдии никто не прессует. Спасите, я под этим деревом. Мне это Трапкилос. Ты сказал ему заходить там, блядь. Он меня тоже прописал. Сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Да. Трапкилос собирает топовые рэшки. Трапкилос дурачок, блядь. Ну. Да не. Там просто не повезло с хилами. Но рэшка была топовая. Это вот как, знаешь, в каждом рейде есть там 5 дурачков, и вот тут оказалось, что все 5 были хилы. И поэтому мы падали раз за разом. У нас мейн тайм дурачок, я не знаю, идти не идти. Рубли. Ладно, ничего. Хотел шутку сказать, она не удалась, короче. Да херово, под носом два водопада, короче, открылись. Ты себе помидоры виноват? Да или помидоры, или самогонка. Ну, самогонка вряд ли, наверное, помидоры все. Да не, мы тут все семьи заболели. Сначала мамка, потом бабка, потом я третьим. Ой, ты в танке? Но мне написал, что да. Лизи, забирай.
Ну, так все хилы, блин. Пойду тогда поеб пока. Сэнди. Она и на ПС есть, если что. Да, да. Не, вроде нет. В смысле? Последний-то в смысле? Нет, он на ПК. С сыном-то он типа бегает, да? Сын там тоже стреляет на всех. Павел, выбирай рейку. Да код хотя бы нужен. В 22 раньше убивали, блин. И никто не кричал. Сейчас найду чувака, который мне нравится, он прохождение тоже игры запиливает. Забери вар. Да нахуй нам вар, да. Да, сорга, голка то. Да забей, блядь, так уже. Так, чё, Савиана? Пошли к Савиане, ставим шкаф. Столик тыкните. Возьмите. Возьмите, а пожрать, если вам надо. Тыкните столик. Слава, знаешь такой канал? Какой? Рус Гейм. Слава, тыкните телеканал. Канал. Мне не нравится. Чувак тоже прикольный. Какую ты смотрел там у него, блядь, Assassin's Creed? Ты тоже на этой, на плойке вроде проходит. Или на Xbox.
Блять, у босса броня, кроме стандартных 100%, которые режут зарпом, нужно еще 5-3% резать лапкой, которая у друида, и 20% вара, зеленая броня. Если забить болт даже на обычных миниках, ты потом на боссе его это тоже забиваешь. Выработай себе привычку и придерживайся. Согласен, проще болт забить. Что-то с хуйня было. Болты закручивают, вот это гвозди забивают. Будет и кому он когда? Пал, иди сейчас дохнуть. Пал. Не достаю. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Хилы, а хилы. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в сосуде. Атакой руководил кровожадный Зарифия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Я его контролю. Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю. Нет, я кидал. В одну и ту же кинули, на ты кинул успокоение. Это не сон. Ну, возможно, перекус.
Один у меня в корнях, второй спит. Лок 6-1 на первом месте, блядь. Чего ты трэш пил? Я две дотки кинул, блядь. На одного чувака, нахуй. Все. 50 тысяч всего. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Кстати, на пол на него. Дайте. На десятки норме сорвался, но КД. Небеса в огне. Идите. Говорю, лужи бегите. Да хрен с ней. Вара, Рога, первый раз играете в РРЗ за мили. Уди, обновляй. Нормально поставил. Фу, Ваня, как не стыдно. Да что пойдет? Да нет. Да извини. Кто там диспайлит, хилы диспайлит? Пятьдесят один. Варень, ты думал сам? Она с обратно ворочает щит. Бар, иди за мной. Я
Навряд. Диспель теплее с Роги, спасибо. Че, Роги плащенка, да? Первая жертва. Будет сейчас не выиграть. Лол. Лол. Тыкайте портал. А еще одну рыску. Слышишь? Да пошли к господу. Давай рыску, потом ик. Да ладно. Да. Да-да-да, еще оффлайн. Сейчас, короче, грузится еще. Кто сенсей кидал? Чуть не видно. А? Это честь для меня. Вычел Юпи и дал себе? Ну да, все правильно. Да что это? Будет. Че, в РС-ку пойдем? Да пойдем в РС-ку уж. Че ты там потом, Микки? Мы что, ачивки сделаем в Вики? Их 25, да?
могу пригласить члена другой группы. Не могу пригласить ч...